Всем привет, дорогие телезрители моего YouTube-канала Ника Шоу. С вами снова я, Вероника Мастер. Но прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокоды и бесплатные робуксы. Ребята, для тех, кто не знает, осталось совсем немного для моей раздачи робуксов. Она будет происходить при достижении каналом 15 тысяч подписчиков. И будет происходить в этой группе. Но по новым правилам робукса, чтобы я смогла вам передать робуксы через группу, вы должны находиться в группе не менее 16 дней. Так что вступай в группу, потому что вдруг ты... Именно ты выиграешь бесплатные робуксы, но потом тебе придется ждать еще 16 дней. И сегодня для вас подготовила промокодики в игре Coins Hero Simulator. Эта игра прямо сейчас набирает 20 миллионов визитов. И на момент записи этого ролика в нее играют 1135 человек. Я считаю это неплохим активом. Ну, онлайн не сильно большой, но игра интересная. Ну что, давайте заходите, я вам покажу там промокодики. Для тех, кто не знает вкратце об этой игре, это симулятор коинов. То есть мы бегаем вот так вот, собираем коины. Также у нас есть суперсилы, вот на 1, 2, 3. Вот, например, у меня на троечку вот такие монетки падают. Они дают уже больше, то есть они дают по 190. А еще вот два у нас тут есть. Вот эта вот сила тоже поднимается. Все монетки, они становятся дороже, можно так сказать. Но там надо кучу монеток использовать. И первое, как я считаю, самое полезное мы используем. И у нас супер скорость. И монетки больше прибавляют. Вот видите, вот у меня уже рюкзак полный. В принципе, тут можно развиваться. Тут вот разные локации есть дальше. Вот такие вот тут за 10 левел. У меня, кстати, она скоро будет. Питомцы, вот как видите, за мной уже летают питомцы. Ну и именно в этой игре я вам покажу сегодня промокодики. Промокодики вводятся во вкладке Твиттера. Заходим и вводим вот такой вот промокодик 5K Cash. Вводим и он нам дал 5000 даймонсов. Но так как у меня много даймонсов, это, ну, мне это сильно особо ничего не дало. Но для тех, для новичков в игре, которые только зашли в игру, эти промокодики очень подойдут, потому что, ну, я сейчас за один раз 65 тысяч получаю, а вам будет сложно вначале прокачаться, и поэтому этот промокод, я считаю, очень крутой для начала. Следующий промокод, я считаю, очень офигенный для старта и развития. Открываем эту менюшечку, за этот промокодик вы точно должны поставить лайк. Вводим промокод. 10 миллионов. Вводим. Он нам дал 10 миллионов алмазов. Что, простите? У меня даже было не 10 миллионов, хотя я, ну, более-менее прокачана, но не сильно, но прокачана. То есть это очень много. Я считаю, что вы за этот промокодик должны поставить лайк. А еще в этой игре было обновление по игре Friday Night Funky. Ну что, ребята, у меня остался для вас еще самый свеженький промокодик, который вышел буквально на днях. Ну что, вводим последний промокод. Внезапный привет! И это внезапный привет, которым я передаю привет моим подписчикам. В этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как Даша Никитенко, Марина Семеновна, Агент 007R, Геймер X5 и Арахис 112. Ловите привет! Хочешь, чтобы я передала тебе привет? Напиши под любым видео, передай привет. Но ты должен быть обязательно подписан на мой канал. Ну что, возвращаемся к промокодикам в игре Coins Hero Simulator. И мы остановились на том, что у меня остался для вас последний свеженький классненький промокодик. Итак, для того, чтобы я смогла вам лучше показать этот промокодик, я куплю получше себе рюкзачок. Так, ой, я случайно чуть за 15 миллионов тебе купила, но у меня не было. И скорость куплю себе, чтобы тоже быстрее прокачивалась, чтобы вы увидели, что дает этот классненький промокодик. Так, идем, и вводим промокодик. Открываем эту менюшечку Твиттера и вводим вот такой вот промокод, Манукрафт. Чем-то мне напоминает название игры Майнкрафт. Вводим, и, yes, введен, и он нам дал буст
на X2 Diamonds, то есть на 10 минут. Мы ускоряемся, собираем много-много. Я специально для этого купила рюкзак, чтобы собирать, сдавать. Вот, например, сейчас я покажу вам, скорость закончилась, но мы все равно не унываем. Мы собираем еще. Ой, ниточка классненькая была такая. И, ну, в принципе, я люблю фармить со скоростью, она так удобна очень. Ну что, вот у меня сейчас 126 тысяч. Сдаем, нажимаем. И что? Мне дал один... Что? 1 миллион. Так быстро? Этот буст, мне кажется, очень хорошо позволяет фармить, и на нем можно очень хорошо прокачаться. О, мне открылась зона с единорогами. Прямо сейчас на видео я просто собирала. И этот буст еще, ну, ускоряет, можно так сказать. И тут намного больше, кстати, дается. И мы можем так... По 9 тысяч, ого! Ничего себе! Мы так собираем, просто у нас уже в рюкзаке практически 1 миллион. Это как-то... Это жестко даже. Ну что, ребята, видите, что с помощью стартовых промокодов вначале можно разбиться очень хорошо. Ну что, ребят, я надеюсь, у вас получилось ввести все промокодики в игре. Качайтесь, развивайтесь, и, возможно, именно в этой игре мы с вами встретимся. Но на этом, к сожалению, видео подошло к концу. А я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. Пока-пока!